открывается мод-меню кибера-хакера. Приятной игры. Всем привет. И сегодня я разберу теорию. Кто такой психопат Хан на самом деле? А мы начинаем играть. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить лайк, подписаться на мой канал, поделиться этим роликом со своими знакомыми, написать комментарий и подписаться на мой канал. Вот мне на психопат Ханта 2023 я оставлю в описании. На мода дело. На автор мода оставлю в описании. Поехали. А мы начинаем играть. Поехали. Когда главный персонаж просыпается в этом странном доме, у которого заклочены доски, он пытается отсюда сбежать. На самом деле у психопата Ханта есть имя — Джон Мейсон. После того, как главный персонаж, главный человек или главный игрок не смог сбежать из дома психопат Ханта, он случайно шумит. После того, как Джон Мейсон побегает, замечает его, и главный персонаж приходит конец. После того, как его оглушили, он просыпается в следующей комнате. Он пытается бежать, но у него опять не получается. Он случайно нашел новый уровень предмет, и ему приходит конец. Его опять оглушают, и он просыпается в этой же комнате. На самом деле, психопат Хант нам этим что-то хочет сказать, но мы ничего не понимаем. И от этого нам хочется больше сбежать. Нас психопат Хант замечает, мы убегаем в эту комнату. И прячемся в этом проходе, в котором потом не видит. Но очень сильно хочет убить.
Ну, такой, скажем,